Понятно. А вы с папиной подачи пошли в профессию? В 14 лет, да, по-моему, первая ваша роль в кино в 14 лет была, да? Ну, кино – это разве профессия? Ну да, разве нет? Нет, ну в профессию, если ты снимаешься в детстве в кино, это не значит, что ты пошел в профессию. Наоборот, так. Наоборот, как дети, которые снимаются в кино. Вы ушли от вопроса все-таки с папиной подачи? Конечно же нет, потому что все родители вот вы все так говорите, да, против да. того, чтобы их дети шли. И это понятно и очень. Ну как же, вот вы попали против воли родителей, в 14 лет взяли и ну, стали актрисой начинающей. Нет, я не в 14 лет. В 14 лет невозможно стать актрисой. Ну, я стала актрисой, когда поступила в институт. Так. И я сказала, значит, поскольку они давили на меня и говорили, что давай подумай, ты же знаешь, куда ты же понимаешь, как это все. Я сказала, хорошо, я буду поступать один раз, один год, и в один только институт, хотя все всегда поступают во все. То есть я себе как бы усложнила задачу и сказала, что если не поступлю, все, я не знаю, что бы было, если бы я не поступила. Может быть, я бы поступала много лет. Но я поступила и туда, куда хотела. Ну и вот так. А куда вы хотели? А все же знают. Я хотела в Амхат. Я шла в Амхат, как бы хотела поступить в Амхат для того, чтобы попасть в Амхат. Я знала о Амхате много, я читала, я этим интересовалась. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».